Вот как у нас здесь на даче. Цветочки разные. Бабушкины клумбы. Вот мы уже там посадили огурчики. Они под этой штукой. Сейчас мы пойдем в теплицу. Здесь уже вот подвязываем огурцы. Температура. Вот огурчики наши. Вот перчики. Там вот твоя клубничка, которую ты очищала. Вон Танюха качает. Таня, скажи маме привет. Привет. Вот как мы прибрались на колодце. Вон там уже сколько воды в ванне. Здесь красивые грядочки. Политы уже все. Цветочечки бабушкины. Тут тоже цветочки, которые бабушка отли обрабатывала. А здесь смотри, как мы здесь все выложили плиточкой, которую дядя Игорь привез. Это все под этим все в опилках. А еще как здесь я немножечко подчистила, но это было уже давно, поэтому здесь все заросло немножечко. Наш туалет. Пойдем, я тебе покажу клубнику. Клубнику мы уже большее количество собрали. Осталось только ее поливать. Но вот только там осталось, вот здесь. То есть, если ее покрыть, она поспеет.